Так, зачистка вот этой территории. Здесь у нас получается около 80 человек занимают оборону. Они у нас наркоманы, плохие парни и так далее. Сейчас регулярная армия будет их уничтожать. Разведка? Что, Лёх, как думаешь по масштабам? Супер. Супер. Надо регулярно так делать. Не ожидал? Я вообще не ожидал столько, у Ината столько не было. Ну, человек, ну, 40 было максимум. Ну, здесь, короче, получается, у нас в регулярной армии около, между 75 и 80 человек. В регулярной армии. В террористов около 67. И наемники. Ребята, кто в сортире прятаться будет? Я! Ха! Дымовую гранату туда кинуть! Женя, вот он я, сюда давай! А салфетки? Нет у меня! Я ж тебя просил три бобины! Андрей! 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 Блин! Наемников поставь возле моста, если вас заблокируют, вы в жопе будете! Наемников возле моста поставь! А? Да! А? Ну он же командовать и будет! Да. Все, да. Любаша. Любаш, что думаешь? Будет все супер. Ну а так по масштабам? Масштабно. Масштабно? Так, если вы здесь с нами, значит вы в маске. Там сейчас война, стрельба будет. Вот я и пытаюсь понять, прям здесь? Да, вон там внизу. Ну шары сюда долетать по-любому будут. Ну как начнется игра, просто вниз спуститесь.